Экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий действует сразу в нескольких регионах Центральной России, в том числе в Тверской, Тульской, Рязанской, Калужской, Белгородской областях. В столичном регионе не прекращается метель, порывы ветра достигают 18 метров в секунду. В московских аэропортах отменены уже около 4 десятков рейсов и как минимум столько же задержаны. По прогнозам МЧС, снегопад продлится до вечера. Спасатели напоминают, автовладельцам не следует парковать машины под деревьями, рекламными щитами и другими легкими конструкциями. Могут быть повреждены линии электропередачи. Вместе с тем, к вечеру ожидается оттепель до плюс одного, а ночью подморозят местами до минус 10. В столичном департаменте транспорта предупреждают, метель может привести к аварийной ситуации на дорогах. На расчистке магистралей и улиц сейчас работают 10 тысяч единиц техники и 40 тысяч сотрудников коммунальных и дорожных служб.